Третий день ремонтика. Уже все такое вот беленькое. Еще пока не просохли углы. Что-то камера фокус теряет. Сейчас она настроится, подстроится. И мы посмотрим. Вот, фокус настроился. Итак, третий день ремонта. Углы подсыхают от штукатурки и шпаклевки. Вот здесь видно, где еще не досохло. Но уже все беленькое практически становится. Еще будет краситься, еще обои будут клеиться, плинтуса приклеиваться, конечно, откосы делаться, это все понятно, что впереди, но уже даже сейчас заметна разница. Вот арочка наша красивая такая, уже заметна разница. И пойдемте в коридор. В коридоре уже тоже вот все доделали. Также просыхают участки местами, где-то что-то не просохло еще, где-то ровные тоненькие слои, потому что достаточно ровные потолки оказались в коридоре относительно комнаты. В комнате было очень все криво, косо, но здесь тоже углы еще просыхают. Так что думаем, что завтра еще пускай все это подсохнет окончательно, и потом уже дошпаклюют местами и где-то уже начнут шкурить. Уже выравнивать шкуркой все и клеить плинтуса, красить потолки. Так что вот такая красота. Третий день ремонта. Молодцы наши мастера. Очень рекомендую. Кому надо будет, я оставлю координаты под видео. В Питере обращайтесь. Очень толковые мастера. Не воруют у вас, скажем так, стройматериалы. Ничего лишнего сюда не надо вкладывать. Никаких гипроков, никаких там дополнительных толщин. Вот. Поэтому стены остаются качественными. И площадь не уменьшается по размерам значительно. Совершенно. Все очень хорошо. Елка у нас упала немножко. Надо поправить. Ветер был, так что даже снежок появился там какой-то на улице. Это хорошо. Снег — это всегда хорошо, особенно под Рождество. Все. Ну, вы все посмотрели. Ремонт продолжается. Пока-пока.